В этот день, 8 марта, я хочу от лица всей мужской сборной поздравить всех женщин, всю нашу прекрасную половину с этим праздником. И я надеюсь, что ваши сильные половины всегда будут вас только радовать, всегда приносить счастье, дарить подарки, носить на руках. И, конечно, сегодня это ваш день. Наслаждайтесь им, улыбайтесь и получайте много цветов.